Привет всем, вы на канале Days in Tart. Сейчас будет обзор на 6 июля. Поехали. Кстати, вначале мы посмотрим быстро, потом медленно на каждый скин, а потом с артами, которые вот здесь я поленился в этот раз сказать, но как-то так. Так, что же сегодня в магазине? Короче, топовый скин леший с классным подобразом. О, леший, леший, леший. Блять, леший. Добавили леший. Очень красивый скин. Идем дальше. Ведорезы. Ну, короче, я же говорил сначала быстро. Виражик. Виктория. Виктория красивая в какой-то смысле. Моя любовь. Моя любовь вышла. И две моих любви вышло. Нека и Сёгун — это два скина, которые я жесть как хочу. Потому что я, как бы, знаете, люблю эту тему. Прям жесть как. Это два моих любимых скина. Они жутко дорогие, но я их обожаю. Так, Капитан Марвел и Механическая Акула. Оставили еще со вчерашнего дня и так далее. Поехали. Рассказываю. Мне медорезы с вторым подобразом на розы. Классный градиент. Розовый в конце на синий — это красивый градиент. Да, звук, конечно, так себе, но то, что мед немножко скапывает, прикольно. Леший. Один из топовых скинов. Посмотрите на его мордочку. Играя с такими мордочками, вообще все красивенько. Довольно классно, мне очень нравится. Его градиент на зеленый, ой, на розовый тоже очень топовый, мне это нравится. Также у нас здесь пчелы летают, медик и классный второй подобраз. Все, один из лучших скинов на сегодняшний день. Это, конечно, этот скин. Леший классный. Вираж и Виктория — это два редких скина в Fortnite, которые я, к сожалению, редко видел. Ну, вот то, что вот плащ у нее, но это бесит меня. Плащи, они что-то лаганные какие-то совсем. Но, по сути, Виктория сама по себе, как персонаж еще в PvE есть, она клевая. О, много у нее плюсов, рассказываю. Мне она нравится, короче. О, ну, это уже за 1500 не самый лучший скин. Ну, красивый, но не самый лучший скин. На сегодня есть леший, леший уже покруче. Так, и еще виражик. Ну, тоже прикольно выглядит. Тоже тупой плащ, ну что поделать. Так, рассказываю. Мне очень-очень нравится Нека. Почему? Вот ее подобраз. Подобраз с этими волосами. Бля, простите, что бэкпак забыл поменять. Короче, лучше я его поменяю, да. Так. Сука, зачем его добавили? Так, я удалю чат, а то я заметил, мне тут спамят. Блин. А, так. Короче, самый топовый скин на сегодня, по-моему. Но есть одна проблема с этим скином, которую мне озвучили. Вот видите, вот эти вот детали, которые должны немножко выпирать, они не выпирают. Типа вот эта даже ленточка, она не выпирает, потому что это старый скин сезон 5. Тогда делали скины не очень так профессионально, но типа сейчас довольно круто делают. Вот даже вот эта монетка, она не выпирает, видите. Они выпирают на руках и так далее, но не выпирают типа на... здесь и так далее. Но сам по себе скин очень красивый, и мне она очень нравится. Еще смотрите, здесь есть классный бэкпак, который держит. Короче, очень красивый скин, прям жизнь как хочется. Классный, самый классный скин на сегодня, по-моему. Нет, хотя не самый классный, но просто самый милый, ну, из девчачьих скинов. К сожалению, я в этот раз соглашусь только в этот раз. Кирка классная, топовая, еще что-то здесь есть. Что самый крутой скин на сегодня — это Сёгун. Смотрите, в этот, у него все детали прорисованы, он 6 сезона. Видите, вот все детали у него шатаются, выравниваются, прям выходят. Вот эти вот монетки, которые испортили в 5 сезоне на девушке, здесь они выпирают. Вот броня выпирает и блестит прям. А у Нека, к сожалению,
Ну, блестит, ну, немножко вот эти вот детали они сломали. А вот на Сёгуне эти детали все выбирают и прям очень красиво. К сожалению, над Сёгуном поработали лучше, чем над моей любимой девочкой. И, ну что поделать. И у него очень классный бэкпак. Да, и мё, и всё в этом духе. Ох. Сёгун крутой, очень крутой скин. Блин, чёрно-золотой. Ах, классный. Посмотрим, что дальше. Яри, его классно, тоже кирка. Не знаю, вот его кирка, наверное, даже лучше, чем у неё. Хотя кирки не испортили, ее кирку не испортили, а вот... Но все равно, у него кирка круче. К сожалению, не постарались. Самый неплохой скин за 1200 это граффити. Почему? Есть парень граффити и девушка граффити. Они, в принципе, прикольные. Можно даже парочки брать, и это красиво, и это круто. Типа, парень будет за парня, а девушка за девушку. Типа, двойной скин такой. Так что советую на будущее брать эти скины. Если вдруг будете со своей второй половинкой играть. Это очень мило и очень классно. У нее крылышки есть такие вот. Найс. Магма. Топовая обертка. Ну, не знаю. Мне уже агрессивные скины типа прикалывают. О, не-не-не, клёвый скин. Если вы будете сидеть в таком вертолете, вам просто будет чисто нравиться в нем сидеть. Это клёво, чисто шикарная штука. Ну, неплохая эмоция. Да, мишень. У этого скина тоже есть классный второй подобраз. И смотрите, какой клевый. Когда вы смотрите ее по сторонам, у нее типа вот здесь сердечко, она типа меняется немножко. Это немного крутой эффект, хоть и не самый крутой. Еще у нее типа сам по себе первый подобраз так себе, но у нее кофточка детализированная. А здесь, смотрите, она не такая детализированная, как у первого. Поэтому даже не знаю, какой скин получше. Типа и тот со своими плюсами. А, твист? Ну, заезженная тема, но можно, почему бы нет. Пируэт. Часто вижу, часто нравится. Классные эмоции. Считается, ну, блин, смотрите сами. Мне эта эмоция жесть как зашла. Так, давайте дальше смотреть. А, кстати, они оставили H5. А, они все окуленное оставили, я понял. Ну что ж, на этом все. Надо арты посмотреть и можно, в принципе, отдыхать. Ну, в этот раз рандомные арты, потому что я сленивился немножко и не успел скачать арт. На этом простите, пожалуйста. А, так, классика. Ну, это легкие, по сути. Нравится. Люблю парочки. И прикиньте, как можно сделать. То есть, ее купить и... Вот этот скин. Тоже как пару создать. Коты мне нужны, коты мне не нужны. Я собираю друга, отправляю, и он радуется ими. Уху-ху-ху. Неплохой, но глупенький немножечко. Глупенький. Мидас красиво здесь выглядит, но для любителя, как говорится. Я девушку Мидаса больше полюбил с наших прошлых обзоров. Уху-ху. Колор. Классно выглядит. Опять видели мы это, но это очень клевый. Один из лучших артов для злобы и ангела. Очень клевый. Ну, так себе, 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 так себе. Фу. Мидас крутой, вот этот классный скин. Смотрите, как тут детализированно взяли его руки. Они такие золотые, что на самом деле не бесит тогда глаза. И он здесь мило выглядит. И переход красивый. Вот этот классный скин. О, мило. Четко. Очень четко. Красивенько. Красивенько. Так себе, так себе. Классный. Так себе. Так себе, так себе, так себе, так себе, так себе, так себе. Мультяшно. Кстати, крутой скин. Ой, арт. Так себе, так себе, так себе. О, смотрите-ка. Себе сохраню. Мне нравится. Я типа обожаю этот скин, так что почему бы и нет. Ужас. О, на этом и закончим. Классно. Все черно-золотое. Круто.
А с вами был Дейзи Тар, спасибо, что смотрели мой обзор. Буду стараться и дальше делать классные обзоры. Простите, что нету геймплея, мне никак не дают код автора. А с код автором я бы уже старался все покупать, все делать, геймплей показывать. Но пока что не могу, сорян. С вами был Дейзи, давайте.